Серьезно готовились к этой игре, то есть знали, что соперник амбициозная молодая команда, хорошо играющая в контратаку. Ну, атмосфера, конечно, вашего стадиона очень душевная, то есть и поле в идеальном состоянии. Хотелось показать хороший футбол, я думаю, что зрителям понравилось. Было множество моментов, хороших атак. В первом тайме грубейшая ошибка привела гол у нас, ну, потом чуть-чуть в перерыве мы поговорили, во втором тайме хотели исправить, но опять же, наступаем на одни и те же грабли, то есть пропустили контратаку. Не очень понравилось, как отнеслись некоторые футболисты, то есть, может быть, не донастроились или что бы, поэтому будем разбираться. Ну а так, конечно, хочется желать большего исполнительского мастерства в завершении. Поэтому единственное, что хочу поздравить с победой. Ну, скажу, соглашусь с коллегой, первый тайм веселый был, атаки обоюдные и с обострением и Витебска, и Гомеля. Было желание, да, мы забили в первом, но, можно сказать, с минуты, наверное, 55 по 70 нам сложно вообще пришлось, это видно было, ребятам тяжело еще, но они перетерпели, ну, в итоге добились победы, потому что нам немножко упрощалась игра, нам много было пространства у соперника за спиной, им нужно было отыгрываться, поэтому соглашусь, что исполнительское мастерство и у нас, и у Витебска. Время. Опыт приносит и мастерство.